друзі, нашої студії. Сьогодні завітала Юлія Мачула, візажист, стиліст. Юлічка, вітаємо у нашій Доброе студії. утро. Ми знаємо, що наразі будемо говорити про тему, про яку ти можеш говорити просто годинами. Це брови. Действительно, могу говорити не тільки я цілими часами, вообще это тема номер один в мире красоты. Последние несколько лет это просто какая-то броумания, которая просто набирает обороты и никак не утихает. Все косметические бренды создают огромное количество различных средств декоративной косметики для бровей. Индустрия красоты создает огромное количество средств профессионального ухода. Средства для наращивания бровей даже. То есть эта индустрия очень развивается, и это не странно, потому что брови, это считается 50% макияжа, они задают тон всему образу, это очень важная черта лица, они придают выражение, да, мы выдаем эмоции свои бровями. И, конечно, ошибки в форме, в цвете бровей очень сильно портят образ. Які найтиповіші помилки роблять дівчата, коли оформлюють собі брови? Що найчастіше ти дивишся, думаєш, боже, нащо ти це зробила? Да, несмотря на то, что эта тема такая популярная, тем не менее вопросов все равно остается очень много, и ошибок допускается тоже очень много. Но первые ошибки, с которыми нужно бороться, это нужно бороться с ниточками и с запятыми. Это то, что мы очень часто можем встретить, тем не менее. Ты можешь сказать, наипопулярнейшая была форма еще в 90-х роках. И даже раньше, да, допустим, ниточки были еще во времена немого кино модные, и... Да, возможно, это был такой тренд очень-очень давний, возможно, кто-то до сих пор еще увлекается им, но нужно не забывать, что кроме того, что это неестественно, это еще и добавляет возраст. Это самая главная такая вот проблема, которая, наверное, остановит всех отказаться от этой формы. Выглядеть естественно – это важно, но еще, конечно, молодо все хотят выглядеть. Юлечка, але девчата, які з самого дитинства собі вискубують брови, ну, з дитинства, можна сказати, з юних років, вже починаючи з 14-15 років дівчата починають оформлювати собі брови. Ті, хто жив, можна сказати, маминим шаблоном і робив собі брови ниточки, брови коми, зараз у них є така проблема, що вони не ростуть тепер і залишаються такими ж ниточками. Як да, виправити это ситуацію? Це дійсно проблема. Ну, опять же, індустрія красоти не стоїть на місці. Є огромне кількість різних сивороток для росту, для укріплення ресниць. Вони ж підходять і для бровей. Якщо, допустим, средство не указано, що це конкретно для бровей, ми можемо використовувати средства для ресниць. Ну, і можемо використовувати народні методи, да? Это все масла, которые для укрепления волос используются, репейное, касторовое, миндальное масло. Здесь мы просто не переборщим. Вот сколько у нас есть времени находиться дома, например, да, с маслом на бровях, прекрасно, его не нужно снимать, просто вот буквально там часами, да, только укрепит это. И такая процедура, как биотатуаж, да, окрашивание бровей хной, это не только цвет, это не только форма, но это еще и спа-процедура, она стимулирует рост, и даже если мы перещипали свои брови, была неудачная форма, брови не растут, после окрашивания хной все спящие луковички проснулись, и у нас они отрастают. Главное – запастись терпением, убрать пинцет, не трогать. Это кажется, ну, выглядит так устрашающе, там, полгода не трогать брови, боже, что. Но на самом деле, то, что вот нам там какой-то волосок, который выглядит вообще вот лишним, и кажется, что его видит каждый, это только нам кажется, на самом деле это не так, и нужно немножко терпения и правильный уход, правильный подход в уході за бровями. І у нас буде ідеальна форма. Перед тим, як ми поговоримо про ідеальну форму, яка зараз є популярною, я пропоную тобі розказати нашим телеглядачкам і телеглядачам, які є способи оформлення бровей, є фарбування, воно є як хною, так і фарбами, є олівці. Про це все хотілося б детальніше від професіонала. Да, если в домашних условиях мы пользуемся косметикой, да, ежедневно мы можем использовать карандаши, либо тени для бровей и создавать форму и цвет менять бровей. Но это нужно делать, конечно, каждый день, утром, это там занимает какое-то время определенное. Если мы обратимся к профессионалу, к мастеру-бровисту, мы можем сделать окрашивание стойкими красками, либо хной.
Сейчас все еще популярен татуаж бровей, но как бы лично я считаю это немножко таким позавчерашним днем, потому что все-таки естественность и огромное количество средств для того, чтобы брови выглядели естественно, но как бы татуаж — это уже такая последняя мера. Ну, когда там бывают какие-то действительно ситуации, когда вот ну нет вообще, да, там бровей, тогда, конечно, это единственный выход. Но а так просто облегчать себе жизнь, как бы, да, там, ну, и выглядеть неестественно, я считаю, это логики тут нет никакой. И окрашивание, допустим, в пользу окрашивания такого вот профессионального, стойкого, является, например, кардинальная смена цвета волос. Да, если, например, вы были русой с таким пепельным оттенком, а потом перекрасились в ярко-рыжую огненную, да, и брови останутся на фоне этих рыжих волос вообще сероватого такого оттенка, будет портить вообще весь... Будут шукать такой... девчата брови, кстати, брови вы, да? Да, примерно так, будет такой печальный образ. Конечно, тут нужно уже прибегать к такому окрашиванию стойкому, к красителям, и выбирать какие-то более... рыжие, либо коричневые оттенки, то есть кардинально менять цвет. Здесь, к сожалению, декоративная косметика уже мало поможет, тут уже только может быть стойкое окрашивание. А щодо того, як обрати колір під свій колір волосся, як я розумію, він не повинен бути саме у колір волосся, як підібрати цей підтон? Есть такое правило, для блондинок брови могут быть на 2 тона темнее волос, и для брюнеток брови могут быть на 2 тона светлее волос, да? Это такое основное правило, в нем бывают исключения, опять же, да, вот как я только что говорила о рыжих волосах, о кардинальной смене цвета, именно не тона, да, мы не стали светлее или темнее, а именно сменили вообще цвет, тогда, конечно, мы и меняем цвет, вот, и используем такое понятие, как цветотип, да, у нас есть холодные оттенки и теплые. То есть вот тут вот правило абсолютно без исключений. Если у нас теплая гамма, кожа и волосы, и глаза, то есть это общий, да, образ, то и брови у нас тоже будут в этой гамме. То же самое и в противоположном. То есть мы вот используем эти основные цвет волос, да, для выбора цвета, два таких критерия, и цветотип, то есть либо холодный, либо теплый. А щодо макіяжу, якщо ми робимо яскравий макіяж, ми можемо також варіювати під тоном брів. Ми можемо, наприклад, якщо в мене чорні брови, я можу їх зробити або набагато темнішими, або трошки світлішими. Чи варто це робити? В принципе, если у нас действительно такой нежный, нюдовый макіяж, слишком яркие брови, будут выглядеть... ну, точно неестественно, ну, вообще не туда, да? Опять же, если это очень яркий макияж, если это такие вот насыщенные какие-то яркие оттенки, возможно, уже это будет перебор, еще и яркие брови. То есть мы всегда должны как бы соблюдать такую золотую середину. И опять же, нужно учитывать то, для чего этот макияж. Конечно, если это какая-то там фотосессия, возможно, какая-то там креативная, либо это, возможно, какая-то вечеринка, то есть где ярко выглядеть уместно, тогда здесь ограничений нет, и мы уже говорили о том, что сейчас популярны яркие оттенки туши для ресниц, и уже даже и брови красятся тоже в различные неоновые там цвета, делаются либо акценты какие-то небольшие, либо полностью красят, то есть уже тут вообще никаких границ. Вот. Но если это работа, учеба, либо это, в принципе, какой-то нежный образ, то тут тоже перебарщивать не стоит. Ми якби придержуємося такої золотої середини. Щодо нарощування брів. Нещодавно читала, що зараз дівчата, у них просто тренд – це нарощування з шерсті норки та шиншили собі брів. Наскільки це зараз актуально і чи дійсно вони це роблять? Дійсно, це дуже становиться популярною такою темою. Це якби таке временне, да? Ми наростили, це не на всю життя, це якесь час ми походили з цими волосами. Можливо, попробовать какой-то такой другой образ, насколько там, да, вы будете выглядеть с более широкими бровями. Но скорее это такое решение какой-то локальной проблемы. Например, шрам. Да, если это будет декоративная косметика, либо если это будет даже окрашивание хной, это все равно будет заметно. В этом случае, конечно, какой-то участок нарастить, вот, да, и волоски искусственные, закрыть шрам, и будет выглядеть очень естественно. То есть такие вот какие-то такие срочные спасательные меры. Но это действительно набирает популярность, и, в общем-то, ничему сейчас уже нельзя удивляться, даже наращивание бровей. Теперь хочется розвінчати чи підтвердити міф щодо ширини брів. Кажуть, що чим вони ширші, на півобличчя, тим модніше, і ти виглядаєш просто, ну, наймодніша дівчина у місті.
Да, это вот опять же такие крайности, да, как мы уже говорили, когда-то выщипывали там практически в один рядочек А оставляли, зараз усі фанатки Кари Делевінь. а сейчас это все как бы пошло на 180 градусов повернулось. Возможно, допустим, у Кары это природная ее такая фишка, и как бы она этим на себя обратила внимание в свое время, да, и как бы запустила такой тренд. Но это не значит, что каждая девочка, особенно вот такие юные девочки, это очень часто можно увидеть, они просто там переусердствуют и рисуют вот прямо на пол лица. Роблять одну монобров. Да, и там просто там даже, ну реально на пол лица, то есть это уже слишком. Всегда нужно помнить о том, что что бы ни было, какой бы модный тренд ни был, нужно выглядеть естественно. И тут как бы даже не столько естественность, сколько гармоничность, да, нужно учитывать. То есть насколько эти брови гармоничны на лице, когда вообще это юная девочка, когда вообще нет никакого другого мейкапа и просто накрашены брови, и мы видим только брови, мы не видим девочку. Вот, ну, как бы это не стоит увлекаться любым трендом. И крайности, конечно же, никого не украшают. Да, брови должны быть густыми, да, брови должны быть естественными, но опять же, в рамках той бровки, которая у вас есть родная. Чоловіки дуже люблять з нас посміятися, дівчат по-доброму, розказати навіть картинок. Брови ви куди? Коли у дівчат форма брів, або просто іде як у п'єро наверх, або ті ж самі коми, або вона іде дахами вниз. Яка форма зараз популярна, яка вона є дійсно у тренді, щоб з нас не сміялися, а ми дійсно були королевами? Форма брови, допустим, которая подходит абсолютно к любому типу лица, да, когда бровь идет от начала две параллельные линии, да, вот от начала брови, они идут вверх до самой высшей точки. Там у нас изгиб, и дальше бровка идет немного вниз, не сильно падающая, и на сужение. То есть это такая вот классическая, такое крылышко, да, как бы бровь, она подходит абсолютно всем. То есть, ну, уже с учетом каких-то черт лица, там в целом форма лица и все черты лица, она может быть больше, шире, уже, изгиб меньше, больше. Но, в принципе, это такая форма, которая универсальная. Ее можно использовать всем, но, опять же, мы учитываем не только форму, но учитываем все нюансы лица, там, допустим, мы можем скорректировать близко или широко посаженные глаза, мы можем скорректировать ширину носа, мы можем скорректировать форму лба. То есть это очень индивидуально, и, конечно, этим вопросом стоит заняться, возможно, один раз даже обратиться к профессионалу и потом уже поддерживать эту идеальную форму. Но она будет безупречной. Дякуємо, Юлечка, за такі безцінні поради. Тепер наші глядачки можуть виглядати неперевершено. Нагадую, що сьогодні до студії Нового дня завітала наша вже подруга програми Юлія Мачула, візажист. Не остання наша зустріч. Вже зовсім скоро будемо знову повідомляти вам, як виглядати неперевершено.